Так, дорогие друзья, я уже сварила гречневую кашу. Я думала, ты не выключила. И Вася, ну ты что толкаешься? В наглую прям отталкивает меня от стола. Извините. Короче, сварила гречневую кашу, и я вчера вот так вот рыбу доставала. Сейчас будем ее с вами чистить. Она уже разморозилась вся. И будем обжаривать просто на сковородочке. Ладно, сейчас я почищу рыбу и покажу, сколько чего у меня получилось. Если интересно, оставайтесь с нами. Будем вкусный ужин готовить. Так, дорогие мои друзья, я поставила масло разогреваться. Наложила в тарелку муку и соль. Сейчас будем рыбу отваливать и туда будем ставить, зажаривать рыбку. Пускай пока масло хорошо разогреется. Рыбку уже помыла, почистила. И просто буду обваливать и жарить. Так, сковородка уже хорошо накалилась, аж плескается. Так, сначала хвостики обжарю. У меня на этой сковородке, что плохо, нету крышки. И прям неудобно без крышки, сковородку вообще неудобно. Масло брызжется во все стороны. Поэтому неудобно немножко. Так. И все, это наша рыбка жарится. Жарим рыбку. Сейчас пожарим. Рыба у меня получилась, кстати, вот. Забыла показать целый тазик. Каша у меня уже готова. На всякий случай хочу еще рыбку посолить немножко. Потому что в муке-то соль, по идее, есть. Но пока тут будет у меня одна партия жариться, другая рыбка солью пропитается уже. Так, чисто чуть-чуть. Для вкуса, как говорится. Напишите, каким гарниром вы ложите. Даете курицу, жарите. Ну, я вот сегодня гречку приготовила. Что-то рис неохота. Ничего путем есть неохота. Я не знаю почему, но у меня в последнее время я рыбу даже есть не могу. Раньше рыбу любила, а сейчас что-то в последнее время на вкус какая-то она невкусная стала. Нехорошая. Раньше рыбу любила и соленую, и пареную, и жареную, и всяко. А сейчас нет. Ладно, дорогие друзья, я дальше жарю кушать. Жарю рыбку. Вот так вот она у меня получается. Тут, извините, нападала мука. Ну ладно уж пока. По 4 кусочка у меня в сковородку влазит. Но вот здесь вот 5 уместило. Ну вот, ничего, жарится. Старую крышку нашла, накрыла. В муке вот так вот обваливаю и жарю. Тут у меня еще вот целый тазик рыбы. Потихонечку сейчас пожарю все и будем кушать. С гречечкой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я продолжаю жарить. Дорогие друзья, наложила ребятишкам рыбку. Видите, я сразу ее очистила от костей. Многие мне писали, что я не чищу. Нет, маленьким я всегда очищаю. Старшим я не чищу. Старшие могут самку чистить. В целом, по 2 рыбки. Сейчас еще, может, останется. Еще дадим кто-то. Все равно есть не будет рыбы. У нас многие не едят. Поэтому маленьким пока по 2 ложу. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем-всем-всем привет. Мы ждем, когда приедет машина. Там у мужа брат должен приехать. Типа, и на ту базу я одела новые ботинки. Ну, в принципе, ничего, неплохо. Сейчас покажу, какие. Вот, и не видите, как на ноги смотрится. В принципе, неплохо. Напишите, что вы думаете насчет такой обуви. Ну, так. Ладно, стоим, ждем дальше. У нас просто у курей закончился комбикорм, надо купить его. Пару мешочков. Вот такие вот дела. Сейчас приедут. И телевизор надо в ремонт увезти. Без телевизора маленькие уже нас одолевают. Не знаю, во сколько нам выльется этот ремонт, но посмотрим. Там видно будет, что вот такие вот дела. Ребятки еще некоторые спят. Ваня с Мариной уже проснулись, мультики смотрят. И Маша проснулась.
О, Катюха уехала это. Скажите, я вам скажу, за учебниками его. Так что вот такие вот дела. На улице так холодно. А ты не посадил? Все понятно. На улице такая холодина сегодня. Просто ужас. Вообще холодно на улице уже стало. Пора курточки доставать. Ладно, всем хорошего дня. Не получилось нам телевизор сдать в ремонт, потому что там офис закрытый. Так, короче, купили 4 комбикорма и 2 разных макарошки. А не знаю, пускай сам решает. Так что вот такие вот дела. Ладно, что теперь? Будем пытаться дозваниваться до этого офиса, чтобы сдать телевизор в ремонт. Мы сегодня в разные ездили. В одном не ремонтируют телевизоры, в другом закрыто, никого нету. По номеру звонишь, никто не отвечает. Короче, ну так вот. Ладно, дорогие друзья. Так, разогрела кашу. Сейчас разогреваю рыбу, буду детки кушать. У нас сегодня опять воду отключили, поэтому вчера я заранее все приготовила. Сегодня только разогреваю. Но сегодня я еще все равно суп хочу сварить. Поэтому ладно. Тут Ваня, Марине, Оксане разогревают. Старшие сами себе разогреют. Ладно, готовлю им кушать. Дорогие друзья, сходила я в магазин. У нас закончилось моющее средство. Взяла вот такой Биолан за 85 рублей. 5-литровое, да, уже закончилось. Дальше. Дома закончился хлеб. Взяла 3 белого и 1 черную. Хлеб у нас быстро уходит. Сейчас, Ванечка, подожди сына. Кого? Сейчас, подождите, дайте я пакеты разберу. Дальше заходила в магазин, что взяла. Еще укроп. Замораживаю на зиму потихоньку. Также 3 литра молока. И у нас закончился дома чай. Остался только зеленый. Не все зеленые пьют чай, поэтому взяла вот такую вот пачку чая. Это еще не все. Потом вот такую вот пачку чая. Тут получается майский, лисма и... уронила. И нури пачку чая. На весь месяц хватит. Так, это я на почте ходила, журнал забрала. И пришла посылка. Это Машина посылка уже пришла. В целом все вот такие вот покупки. Если понравилось, ставьте лайки. Сейчас уберу чай, уберу молоко. Ну и все по сути. Света, я эти моющие средства купила. Вон стоит на умывальнике. Сегодня просто Свете на очередь посуду мыть. Воду там еще не дали? О, дали воду. Ура! Егор, унеси ведра с водой в баню. Ладно, вот такие вот дела. Дорогие друзья, у нас вечер. Помогает мне снимать моя дочь Маша. Все, Маша, поздоровайся. Всем привет. Я решила на вечер сделать спагетти. Ой. И котлеток. Вот делаю котлетки. Покажи на сами котлетки, какие получаются. Вот такие вот. И сильно близко, Маш, делаешь. Очень близко. И в панировочных сухарях вот так вот обваливаю их. Мне детям нравится в панировочных сухарях. Ну, часть у меня котлеток уже жарится. Покажи туда в сковородку. Я, кстати, себе заказала на эту сковородку. Видите, крышку сегодня ездила, выкупила. Идеально подошла. Спасибо, кто мне подсказал, что вот возьмите отдельно крышку. Зачем вам покупать еще сковородку одну? И помогли мне подобрать крышечку. И вот так вот я делаю заготовочки и делаю котлетки. Ну все, Машенька, выключай. Так, здесь у меня котлетки жарятся потихонечку. Видите, они получаются вкусненькие. И сделаю все, что у меня фарш один пакетик я доставала. Там у меня морозилки еще, по-моему, 2 пакетика осталось фарша. Или один. Надо посмотреть, кстати. Надо опять мясо купить и опять фарша много накрутить. Удобно фарш достал. Котлеток надела, свеженькими поел. И вот сделала заготовки. Сейчас я пожарю. Сегодня мы покупали, кстати, арбуз. Ну, не очень, да, Маша, был?
Завтра еще один будем арбуз есть. Сегодня к нам в баню приходили, еще один арбуз принесли. Но мы не стали в один день два арбуза съедать. Потому что мы проверяем, как реакция будет у Марины. Сегодня мы ей немножко дали. Поэтому смотрим. И вот жарю потихоньку котлетки. Тут у меня лопатка вот лежит. Видите, я ее на пластику положу, надо на эту. И вот так переворачиваю их. Очень удобно. Напомню, у меня этот фарш свинина с курицей, поэтому жира от них очень много. Ну что, мы потом на салфеточку положим, и нормально будет. Сейчас немножко температуру добавлю, и все, пусть жарится. И сегодня буду помогать Маше, да, Маша? С улитками. У нас появились два новых вида, которые мы хотели давно уже, да, Машенька? И поэтому сегодня мы будем их обустраивать. Поэтому запишем это на канал «Жизнь с домашним животным». Проходите по ссылочке в описании туда и подписывайтесь на наш канал. Вот такие вот дела. Ладно, я продолжаю дальше готовить. Мы решили к котлеткам сделать на гарнир спагетти. Мы давно не варили чисто спагетти просто. Чай тебе надо налить? Ладно, пошла ребенком чаем поить.